Всем привет из рыбдоточки, с вами Сергей, и сегодня среда, и мы наконец-то привезли, опять приехала нерка, нерка свежего вылова, вот такая штучная на заморозке, те, кто еще не успел покупать, обязательно приходим покупаем, цена 950 рублей за килограмм рыбки, примерно, ну, килограмма около двух, вот такие рыбки замораживаются поштучно на корабле, вот такая красавица и отличительная черта от нерки. Кстати, в следующем ролике я вам покажу, чем отличается нерка от киты. Поехали. Ну и как и обещал, сейчас я вам покажу, чем отличается нерка от киты. Вот эта нерка, друзья, видите нерку? То есть посмотрите на ее шкурку. А вот это кита. Посмотрите на шкурку киты. Вы видите, что рыбы абсолютно разные. У киты есть вот такие вот характерные полосочки. И когда рыба свежая, полосочки белого цвета, немножко упала, белого цвета, а когда рыба от нерестится, уже уходит на нерест, вот эти вот белые полосочки, белые, превращаются в красные, и тогда рыба уже не имеет никакого свойства, и ее можно уже и не кушать. В принципе, вот эта кита штучно заморозки, 590 рублей за килограмм, абсолютно свежая, Чечерина 34, рыбная точка, показ.